Крупное ДТП на трассе Москва-Челябинск. Там столкнулись 7 машин. Погибли 6 человек, в том числе 2 детей. Еще 2 участников аварии госпитализированы. Как все произошло, запечатлела камера видеорегистратора одного из очевидцев. Большегрузная фура на спуске потеряла управление и, столкнув 2 легковушки с дороги, протаранила еще 4 автомобиля. Машины загорелись. По предварительной версии, причиной ДТП могла стать неисправность тормозов. За несколько мгновений до аварии водитель грузовика пытался по рации предупредить других о неисправности.